Магілёўская гарадская капэла закрывае канцэртны сезон. З гэтай нагоды музыкі падрыхтавалі падарунак сваім прыхільнікам, самыя вядомыя творы мінулага сезону. У якасці саліста выступіў малады, але ўжо знакаміты габаіст Александр Папсуеў. Сагінскага, час наперад Свірыдава. Самыя папулярныя творы, самыя знакамітыя кампазітары. Яшчэ адзін сюрпрыз – выступ габаіста Александра Папсуева. Таленавіты магілёўскі музыка ў свой час быў стыпендыятам спецыяльнай прэзідэнцкай прэміі па падтрымцы таленавітай моладзі, а зараз заканчвае Маскоўскую кансерваторыю. З магілёўскай капэлы плануе супрацоўнічаць і надалей. В этом году мы, к сожалению, поиграли не так много, только вот с ним вдвоем играли концерт Баха в марте месяце. И вот будет сегодня несколько произведений, а на следующий год, может, подготовим что-нибудь более серьезное. Новый сезон капелла открыта на початку вересня. Могилёв почуе Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Россини. Наши слушатели всегда найдут для себя интересные по выбору интересные программы, которые с удовольствием посетят, потому что это будет, конечно, музыка еще и различных жанров и направлений. И, безусловно, и современная музыка, и произведения белорусских авторов. Выканание капеллы блескуче гучать и мелодии рок-выканаўцаў и знакамитых блокбастеров. Засталося только дочакаться открытия наступного концертного сезона. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, новини региона.